Давай поспорим, что река станет морем, и осень с весною поменяются вскоре. Знаешь... Боря, в отличие в наших отношениях между тобой и мной, в отличие от тебя, я тебя никогда не обвиняла. Ни разу. Если ты даже... У нас не было с тобой даже повода меня не на... С твоей стороны всегда идут обвинения в мой адрес. Ты всегда находишь виноватых. Ты и меня в особенности. Я все реже это дело занимаюсь. Ты не берешь ответственность на себя. А я тебя ни разу не обвиняла. Если ты даже где-то в операторской работе делаешь какие-то промахи, что я говорю, Боречка? Я просто звоню и говорю, Борь, а вот тут, ну, я знаю прекрасно, что ты намотаешь на ус, и не будешь делать больше таких ошибочек. Так? Вспомним предпоследний наш выезд на субботник. Так. Я тоже тебя не обвинял. Ты просто села. Ты на меня просто орал. Вот. Ты мне сказал, я тебя орал. Я даже не повысил голос. Я просто сказал тебе свое недовольство ситуацией и дальше всю дорогу молчал. Всю дорогу ты мне выносил мозг. Я молчал, я слушал музыку. И молчал. И уже потом я тебе сказал, что я изначально знал, что это все время пройдет, мы с тобой уже через 2 часа будем смеяться, как у нас обычно это все и происходит. Вот поэтому мне нравится с тобой в данном, вообще, мне нравится с тобой ссориться, вот честно сказать, мы с ним не так часто ссоримся, всего 2 раза было это у нас. Но... Спорить. Это да, хорошо, ссора. Спорить. Хорошо. Мне нравится то, что у нас с тобой, мы знаем, что мы сейчас поругаемся, потом извинимся друг перед другом, и начнем дальше такие же нормальные отношения. И мне нравится. А как у нас так получилось с тобой, что мы научились друг с другом находить общий язык? Потому что у нас кроме дружбы ничего нету. Никто никому ничего не должен. Борь, ну вот так же, в принципе, же на любые отношения можно вот это вот перенести. Наверное, да. Даже нужно людям так жить и в отношениях. Ну вот, например, вчера, когда мы поругались, когда человек убежал просто, Ладно, я не стала там не кричать ничего, я просто сказала, все закончено! И пошла в другую комнату, чтобы не убить его. Но человек, я только собиралась ему написать, что извини, пожалуйста, за проявление моих эмоций, и человек тут же написал мне тоже слова извинения. Вот это я ценю больше всего в человеке. Может, ты тем не менее дописала? Или ты получила его смс, если уже... Нет, я ему даже перезвонила, я извинилась и сказала, что я сейчас тоже тебе писала слова извинения, что у меня произошли вот такие эмоции. И мы так хорошо поговорили, мы поняли друг друга. То есть вот этот конфликт, он сошел на нет. В принципе, как я и делаю с тобой тоже. Когда мы, допустим, даже поругаемся, но когда ты скажешь, все, Ларка, давай улыбайся, все хорошо. И я, да, действительно, я понимаю, что таким образом ты извиняешься. И мне это нравится, что не вот продолжаю там или на него, нет, а то, что у нас начинаются хорошие отношения, вот это очень дорого сейчас для меня. Может, это приходит с возрастом, может, это приходит с годами, я не знаю. И станешь со мной танцевать под луной, а когда будем в ссоре, снова поспорим.